Тревогу забили жители дома 153 по улице Ярославская. Температура в их квартирах понижается вместе с уличной. Отопительный сезон у них, по сути, не начинался. По сути, нет отопления в доме вообще. Потому что то включают, то отключают на сутки. Тот могут отключить на двое суток. Вот сейчас мы находимся в комнате. Отопления вчера не было целый день, дали его в 12 часов. То есть вот батареи чуть теплые. Ребенок сейчас проснулся, потому что дико холодно. То есть, ну, несколько слоев одеял. Сам ребенок в шапке находится. То есть, ну, это невозможно, такое пребывание ребенка маленького, как бы в такой ледяной квартире. Сбои в теплоснабжении данного дома действительно имели место быть. Причиной отсутствия теплоснабжения в отдельные периоды, значит, в дневное время, явилась необходимость выполнения ремонтных работ на наружных сетях, которые подходят к дому. Значит, на сегодняшний день работы завершены. К сожалению, при запуске отопления выявился ряд дефектов по тепловым сетям. Я думаю, что к концу следующей недели мы уже выйдем на нормальный график, то есть будем подавать тепло не так в ванном режиме, а постоянно.